В общем, то самое чувство, когда творится какой-то трэш. Блок управления весит в 2 раза больше, чем был. Поэтому обязательно одеваем перчатки. Ну и смотрим, что же привезли на ремонт. Контент, наверное, будет 18+. Слабонервных просьба не смотреть. Запах, конечно, тот еще. Как бы так показать? В общем, здесь вон чего. На плате. Это как бы еще не все. Аккуратненько отстегиваем все это дело. Ну и начинаем снимать плату. Так. Запахи, конечно, жесть. Думаю, что тут уже даже смысла нет восстанавливать. А судя по запаху, ее проще взять и выкинуть сразу же. Белый налет. Но это, конечно, это жесть. Смотрим, что тут с блоком питания. Говорят, что оно еще пыталось работать в таком состоянии. Что оно пищало, только тут ни одного зумера я не вижу почему-то. Блок питания надо будет, конечно же, еще проверить. Ну, в общем, такой вот трэш.